Победа и 1000 рублей на лицевой счет. Приятный сюрприз для Ирины. Жительница Уссурийска неожиданно для себя стала участницей акции от «Дальэнергосбыта». Для этого достаточно было просто отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронный вид расчета. Я не заметила, что эта акция проходит. Я просто отказалась от бумажного носителя, о чем заполнила анкету на сайте «Дальэнергосбыта». Оказалось, что в это время проводится акция, и победители в итоге получают некую сумму денег, которая зачисляется на счет, и потом по итогу можно воспользоваться этими деньгами для оплаты счетов. Акция «Включайся» действует с конца октября для всех абонентов. Подарок в 1000 рублей получает каждый сотый клиент. На сегодня уже известно более 60 победителей со всего Приморья. Всем, кто решил и кто оформил отказ от квитанции на бумажном носителе, а также для тех, кто уже перешел на электронную квитанцию, достаточно просто заполнить форму заявочки в нашей акции «Включайся» на сайте dvek.ru. Список победителей обновляется каждую неделю. Акция «Включайся» продлится до 25 декабря. Отметим, что это не единственный подарок, который подготовил «Дальэнергосбыт» для своих клиентов. Также тем абонентам, кто погасит задолженность, оплатит текущее начисление и рекомендуемый платеж также до этой даты, будут списаны пени. Марина Роман, Роман Адонин, Телемикс.